У нас очень быстрый барабанщик. Кому ты отдаешь свой балл? Ему, да? Направо.
да, что-то не один. Не сдавайся, все хорошо, все хорошо. Итак, назовите мне трех хоккеистов, не знаю, национальной сборной России по хоккею, кто успеет. Давай новый вопрос. Так, да хватит, подожди. Новый вопрос, хорошо. Как зовут того парня? Попытайся угадать. Кто угадает, тот победил. Тебя зовут Петр? Нет, ты не угадал. Итак, давайте продолжим. Итак, эта группа приезжает к нам совсем скоро. Совсем скоро мы ее видим. Она дружит с нами, против Ивана Блинк 182. Парни, вы откуда? Чуваки, реально, это не смешно. Какая группа к нам скоро приезжает? Офигеть! Вот, Дэлс, Пёр Прада, дальше Грин Дэй. Кому ты дашь твой балл? Коля, ты 2-1 выиграешь уже, чувак. Ну блин, зал, как вы думаете, они смогут ответить хотя бы на несколько вопросов? Нет? Парни, давайте мы спустим в зал и... Да нет, Дима, я думаю, не сможешь. Давайте, парни, давайте мы зайдем в другую, в следующую группу. Давайте, ну что ж, не получилось, ничего страшного. Давайте похлопаем. Бывает жизненное огорчение. А вы знали, а вы тем же время хотите гримерку, вот он там, вот, пожалуйста. Слышишь, наша группа выступает, мы ждали группу Америка Зон.